Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Константин, и сегодня у нас первый взгляд на игру Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Я абсолютно не ожидал, что вы почти единогласно попросите меня пройти сначала именно эту игру. Я всецело вам доверяю, потому что, как я говорил ранее, я слабо ориентируюсь в играх по Наруто и по этой вселенной пока что, я только начинаю смотреть. Спасибо, кстати, большое за советы по аниме, какие серии лучше смотреть, где непосредственно идут какие-то филлеры, хотя филлеры, честно, тоже люблю, и я, наверное, тоже их посмотрю, потому что филлеры — это такая тоже неотъемлемая часть любого аниме идет, ну, куда без них. Я просто по Бличу и по One Piece уже просто к ним привык. Итак, вот эта игра, я уже примерно понимаю, особенно по главному меню, что у нас она, в принципе, мало чем отличается от Revolution, я имею в виду конкретно графикой. И бой, по-моему, тут примерно абсолютно точно так же идет. Ну, может быть, какие-то, наверное, незначительные будут изменения. Мы будем играть, само собой, приключения, у нас новая игра. Я вроде бы как настроил язык озвучки японский, потому что, да, правильно заметили, всегда оригинальная озвучка лучше, чем английская, и уж тем более русская. С русской озвучкой вообще, ну, слишком уши режет вот это все слушать. Вот, а оригинальная японская всегда будет клевая. Я вот пропустил, что было мне написано, походу какой-то совет был, но я заболтался. Итак, ну что, давайте посмотрим у нас начало приключения Шторм 3. Честно, вселенная очень интересная, и мне она очень уже нравится. То есть, и огромное количество персонажей, прям глаза так разбегаются, и кого же взять, кого же, а кто же здесь клевый, а ты что умеешь, блин, это здорово. Пока у нас не начались еще действия, могу сказать, что я попробовал в свободном бою, поиграл девушка Сакура. Блин, мне так понравилось, как она прописывает. Ну ладно, я уверен, что персонажей еще много интересных. Тот самый лис. Я уже в начальных сериях про него так примерно узнавал, что к чему. Ну, его уже показывали. Так что кого-то я здесь уже знаю. Да, это, по-моему, вообще, наверное, самая предыстория. Когда на деревне, по-моему, Коноха деревня, на нее напал вот этот вот огромный лис. Девятихвостый. Это такое прям вот чисто японское существо, и на самом деле действительно реально клевое. А он здесь еще показан в виде такого демона прям. Я даже уверен, что он, наверное, абсолютно не случайно напал на деревню, то есть, но, как правило, по любым историям, его действительно должно было что-то очень сильно побеспокоить. И я уверен, что даже это кто-то этому поспособствовал. Охренеть, какой он гигантский. У него глаза прям как этот, как же называется, шаринган, по-моему. Ну, по крайней мере, выглядит так же, уж не знаю, связано ли это. Рыбак рыбака. Ни хрена себе кастует. Пономать. Мужик, беги. У него, походу, техника порталов, что ли? Сквозь себя портал. Портал пропустил.
А вот этот тип, кстати, вообще светится довольно часто, насколько я понял. Мне главное, кстати, теще не говорить, что... Да, именно теще мне нельзя говорить, что я начинаю смотреть Наруто, она у меня вообще его обожает. Жена у меня тоже вот так смотрела сколько-то, не знаю. А теща вообще, по-моему, смотрит только его. А то она мне спойлеров выкинет, прям массовую кучу. Итак, ну что? Геймплей уже у нас начался, нет? Я думал, он сейчас будет драться с ним, нет? Пролог. Нападение Девятихвостого. Окончательное решение. Что это такое? Окончательное решение встречается в ходе прохождения основного сюжета. Во время боев с боссами и просто в самых разных местах, здесь вам придется поставить себя на место персонажа и выбрать, как должны развиваться события в будущем. Угу, игра даже изменится. То есть у нас даже еще присутствует нелинейность? Блин, это прям реальный зачет. Нелинейность обожаю. Существует два пути развития. Путь героя, путь легенды. Если вы будете по одному пути героя, то будете получать очки героя. Если по пути легенды, очки легенды. Ну, понятно. А чем они будут конкретно отличаться, нам не сказали. Но это, я думаю, мы сами же будем разбираться. Набор предметов. Ну да, предметы я понял, что они тут у нас отображаются. И можно их применять в ограниченном количестве. Получение очков. Можно также получать очки героя, очки легенды при выигрыше в определенных боях. Угу, понятно. Итак, давайте вкратце так прочитаем. Ох, на легенде, смотрите, у нас сложность сразу повышенная, на героя сложность поменьше идет. Легенда, загадочный человек, необъяснимое чувство Мината, кто же стоит за всем этим? Защита Канохи, Девятихвост разрушает Каноху, третий Кахага и другие противостоят ему. Мината направляется в деревню. Ну, понятно. Ну, поскольку я, в принципе, новичок в этом, давайте и начнем сейчас с героя. Нужно держать, все, я понял. Да, то есть, либо преследовать того, кто сейчас пытался меня схватить, либо спасти все-таки Каноху. Давайте начнем все-таки, да я бы, в принципе, сам бы сначала посмотрел, все-таки, если это родная деревня, то надо остановить его. Мало ли, что там за тип был, тип-то не убежит никуда. А здесь все-таки люди гибнут, не говоря уже о самой деревне. Музыка такая клёвая поиграла. Третий Хакага. Насколько я успел понять, Хакага это у них такие очень важные и сильные воины. Может быть, даже ошибаюсь. Итак, мы играем за третьего Хакага. Нападение Девятихвостого. Это древняя для бонуса шкала здоровья не опускается ниже 40%. А, то есть, если мы хотим получить бонус, не нарывайся на удар. Ну, на это я не обещаю, потому что... И как драться с таким огромным монстром? Остерегайтесь атак Девятихвостого. Да ладно! Защита против его атак не работает. Остерегайтесь прямых атак, летящих в вас облок. Понял. Значит, кнопка блока здесь абсолютно не пропустить предупреждение об опасности. Так, понял. Так, ого, я со здания на здание перепрыгиваю. О. Так, а как нападать? Ого. Момент для ответной атаки. Уклоняйтесь и атакуйте. Направляйте к зданиям с синими метками. Используйте сюрикеты и ниндзюцу. А, все, понял, сюрикенами, короче, не кидаться. Эх, нифига себе сюрикен.
А, понял. Ну, начинаю понимать хорошо. С синими метками. Ну, пошли, там где-то был дом был с синей меткой. Сейчас прям перед его рожей. Нет, 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 нет. Уйди, уйди, уйди от меня, ты страшный. Да я понял, понял, все, атакую, атакую, атакую. Нормально, нормально. На, на. Так, ладно. Прыгай. Используйте поддержку. Нажмите ЛБТ, чтобы призвать их и отдавать приказы для атаки поддержки. Угу. Тихо, 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 тихо. Вот это я словил. Сейчас тебя с сюрикеном буду запускать. О, вон там, я понял. И я, куда он прыгнул? Я только к нему пришел. Ладно, погнали. Да тут, в принципе, можно уклоняться, если постоянно прыгать. Ого. Блин, он опять сюда пришел, да? На. Так, я опять получил по шапке. Но я почти уже его убил. Так, подкрепление прибыло. Да зачем мне подкрепление? Я уже его фактически убил. Все, осталось чуть-чуть. Давай. Вау, у него еще вторая линия. Все, тихо, 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 тихо. Я уже опять словил. Так, ребята. Используйте атаку поддержки. Ага. После присоединения других нажмите кнопки, которые показаны над головами. Все, я понял. Хорошо. Что за Ачимичи? Клан Ачимичи. Ух, а, он гигантским тоже стал. Клево. Так, ну держи его, я буду лупить. Держи. Интерактивные действия. Ну, понятное дело, что нужно успевать нажимать все это дело. Я вот в этом не силен. Так, хорошее приносит больше этого. Ну, понятно, чем больше нажимаем, тем лучше. Звездочки, это хорошо. Короче, можно будет повторить попытку. Так, ладно, что-то успели нажать. Ну давай, немного ему осталось. Тихо, все, 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 отходи. Отходи, 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 отходи. Вон, вон, синее. Ой-ой-ой. Да иду, 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 иду. Все, отходим, 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 отходим. Отходим, 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 отходим. Так, вызываем поддержку. Здесь у нас идет еще направление. Давай уже и добьем его. Нормально. А, еще третья полоса идет. Вот это у него жизни. Я уже думал, что мы почти победили. Ты смотри, какой у него... Это... Глаза красные прям. Так, тихо, тихо, прыгай, 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 прыгай. Нормально. Давайте назад. Опасность. Да я понял, что опасность, но... Сейчас пока с сюрикенами немножко покидаемся. Пока это у нас все... Тихо, назад. Во, отсюда. Прекрасно. Все, назад, назад, назад. В принципе, можно просто перемещаться, главное, вовремя. Да, да, вовремя, вовремя, вовремя. Ладно, я поймал. Да я и так пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. Вон какой-то столб схватил. Все, валим, валим. Ладно, я все-таки схватил. Вызываем помощь. Клан Нара. Шикару Нара. Или Нара, неважно. А, не выдержат, они вот это. Я же вроде нажал. А, вон как, все, отдельно, не вместе нужно было нажать. Инуичи Ямака. Яманака, извиняюсь.
4 звезды еще получили. Вот это они его засыпали. Почему у него жизни не отнимаются? Должны. Во! Во! Я же так и знал, что сейчас дует его. Итак, у нас даже выполнен требование бонуса. Шкала здоровья не опустилась ниже 40%. Крутяк! Итак, мы получили 4900... А, нет, уже 7350, назовем их, рубли. Это будет проще, чем просто ре. Купон на скидку 10%. Мазь. Ладно, ну это скорее всего покупать, наверное, предметы на эти очки. Просто, наверное, сейчас уйдет. Или нет, как же там было-то? Так всегда бывает, что если во вселенной у кого-то есть большая сила, то обязательно найдется огромный сильный противник. Опять он. Вот тип-то мутный тип. Очень мутный. И лицо свое тоже, наверное, не просто так скрывает. Кстати, по-моему, этот герой действительно, по-моему, умрет скоро. Итак, ну что, у нас идет наконец-то файтинг 1-1. Опять же, есть условия бонуса. Но мы вряд ли сможем их соблюдать. Попробуем, собственно говоря. Здесь, наверное, так просто уже не будет. Ого. О секретных действиях. Найдены секретные действия. Когда слева загораются значки, это значит, где-то рядом находятся секретные действия. Пользуясь этими значками в шкале энергии в качестве подсказок, выполняйте особые действия. Скрытые видеоролики будут проиграны, при этом вы будете... Вы должны будете пройти испытание на нажатие кнопок. Понятно. Понятно, что почти ничего не понятно. Иди сюда. Ах ты ж... Тихо, тихо. Так, тихо, тихо. Как пенек-то делать? Что-то я... Эх, нифига. Ну давай, не дает мне применить, нифига. Да блин, ты смотри, сколько он отнимает жизней. Нет, это вообще не дело. Он меня сейчас просто размотает. Попаду. На! Расыган тебе. Так, ну во, пошли дела кое-как. Собираем. Короче, нужно собирать вот для этого дзюцу. Тихо. Почему вот уклоняться не получается? Я до сих пор не понимаю, ну да ладно. Тихо. Да давай, давай. Да японский бог-то, а. Все, у меня вторая колонка пошла уже жизни, это вообще не дело. На. Не знаю почему, но не получается уклонение, может быть у меня... Я не ту клавишу жму. Так, у меня есть еще предметы. А, никаких лечилок, ничего нет такого. Это я что-то стал повышать. Карты. Надо... А, я понял, вот это бомба, по-моему. Заюзаем сейчас их все. Блин, ну а чего мы теряем-то? Не, реально уклонение не получается. Что-то, может быть, я клавишу какую-то не задал, что-то.
Тихо, 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 тихо. Сейчас раскатаем. Все, у него тоже пошла последняя шкала, но... Нормально. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо, берегись. Надо пособирать. Надо пособирать вот эти. На! Секретное действие у нас есть. И что нужно сделать? Ну давайте, мне должны кнопки дать, какие нажимать. Не знаю, как я его включил, но как-то включил. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно-спокойно, нет! Нет, не умирай! Нет-нет-нет-нет! Ну, давай-давай! Нет-нет-нет! Меня убили! Чуть-чуть осталось, ведь! Хорошо, да, конечно, перезапуск! Я сейчас не успокоюсь, пока ему не накатаю. Надо реально научиться сейчас как это делать. Все, сейчас мы уже примерно разобрались, что к чему. На! Надо забывать, кстати, блок ставить. Вот я про блок забываю очень часто. Это, знаешь, проблема всех файтингов. Новый файтинг приходишь, и пока вот блок не научишься ставить... Во, во, вот как надо было первый раз драться, японский бог. На тебя. Тихо, 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 тихо. Так, блок. Ты смотри, а, что делает. Опять секретное действие. Ну? Что? Опять кинжал сквозь него прошел. Успели нажать. Еще есть действие? Есть. Но! Блин. Летающий Райдзин. Уровень 2. Успешно. Ты смотри, как ему прописал это, а? Ты... Все, он сейчас огребет. А, у него еще красная полоса есть, ты смотри, он какой, а? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, я вот что-то начинаю расслабляться. У него, кстати, еще этих пинков-то нету. Это такой еще легкий противник. Не знаю, кстати, почему у меня не получается, реально, может быть, я клавишу не задал какую-нибудь. Потому что я настраивал управление там, и там не было сказано, что какая клавиша за что точно будет отвечать. Я так раски... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Тихо-тихо-тихо! Спокойно, спокойно. На! Человек в маске, что он делает? Поздравляем, мы получили много звезд и открыли секретный фактор. Обалдеть, еще даже такое бывает. Что такое секретные факторы? Это небольшие видеоролики, которые вы можете увидеть, собрав достаточно звезд. Они спрятаны в различных боях в режиме приключений, поэтому постарайтесь отыскать их. Клево, то есть вот... реальный повод открывать эти звезды и бонусы. Мы можем увидеть целую кучу секретных материалов, которые просто будут скрыты в игре. Блин, это здорово. Вот такие вещи очень сильно цепляют и заставляют... стараться. Фу, я даже немного взмок. Так, у нас опять выполнены требуемые условия, пусть и со второго раза, но все-таки. Нормально, ранг С получили. Думаю, наверное, это хорошо.
Итак, бонус черепаховой пилюли. Ого, получили много всего. Бонус за рейтинг. Очки героя получали. Получаем. Доступен новый персонаж. О, уже нового персонажа открыли, не успели начать. Еще новый персонаж. Хакага. Человек в маске. Третий Хакага. Да ладно. Я только начал уже. Сколько там? 4 персонажа открылось. Получили 864. А, это одно изображение. Я думал, столько изображений я получил. Думаю, я их смотреть как буду, когда. Когда состарюсь. Магазин добавлены новые предметы. Спасибо.外の外へは追いやった。次々に仕掛けるのじゃ。かかれ。またあれをやる気か。 Огромная жаба. Ну, я так полагаю, это тоже один из сильнейших в это превращается, в эту жабу. Или, может быть, кто-то призвал ее. Минато-ка. Третий Хакага. А, это он сказал, Минато. Йонда-ми. Вакаттер. Он исчез? Минато, кюбингото тонда нока. Отчика. Давай, держись. Кай. Ты бы что-нибудь бы сделал, то за тебя тут кое-кто хочет убить. Кому он говорит? Он обращается к кому-то. Мамуранакереба наранай моногаарю. Тайсетсна моногаарю. Мамурубеки моногаарю кагири. Орева. Корева. Эйю но моногатари. Я так полагаю, это невеста его вот это все говорит. Пролог закончился. Нападение Девятихвостого. Нам не показали, чем это закончилось, но я так полагаю, мы это скоро увидим. Фу. Ну что, было, в принципе, здорово. Хорошо, давайте первый взгляд на этом закончим. Было действительно здорово. Я рад, что вы мне действительно посоветовали, с какой игры стоит начинать приключения по вселенной Наруто. Здесь очень много интересных персонажей. Вселенная очень интересная. Персонажи все очень разнообразные, очень по-своему странные, по-своему симпатичные, по-своему
какие-то страшные. Но это очень здорово все. То есть именно ради вот этого всего и строится вселенная аниме, что мы всегда видим что-то такое, что реально наша фантазия даже периодически не способна такое воспроизвести. Это было круто. Ну что, ладно, давайте на этом первый взгляд закончим. Я так полагаю, что продолжение будет обязательно, потому что Наруто реально очень... Ну, тут действительно все тоже здорово. Внимание всем фанатам также One Piece. Не переживайте, One Piece я не брошу тоже ни в коем разе. Честно сказать, у меня даже в планах потом я нашел офигенскую игру, которая была эксклюзивом в Японии по Бличу. И поскольку эта вселенная мне тоже нравится, я пытался ее достать, ее очень тяжеловато сейчас достать, эту игру. Но она действительно довольно-таки красиво сделана и реально тоже соответствует сюжету. Там я уже, в принципе, довольно хорошо ориентируюсь. Тоже есть такое в планах на будущее, но я не знаю, когда это будет и будет ли это. Так что я сейчас не буду вас просто заранее обнадеживать. У нас прохождение One Piece в самом разгаре. То есть, да, вторая часть подходит к концу, но там на самом деле еще всего довольно-таки много. Еще есть кое-какие логи, есть еще онлайн, есть еще также специальные кое-какие эпизоды. Есть несколько определенных прохождений из первой части One Piece Pirate Warriors, которые я тоже хотел сделать, которые потихонечку будем смотреть. И мне надо дозакончить Колизей в Unlimited World. Также нужно еще... Кстати, хотел вам показать кусочек прохождения, наверное, Unlimited World на усиленной сложности. Там вообще уже с самого начала выходят пацифисты, там уже боссы меняются. Там тоже как-то все по-другому идет. То есть, в принципе, есть вообще еще куда копать, рыть, что смотреть и так далее. То есть, до One Piece Pirate Warriors 3 у нас тоже еще всего много. One Piece будет обязательно. Так что не переживайте. Наруто будет тоже, я так полагаю, но, по крайней мере, сейчас меня уже очень сильно это все зацепило. Ладно, не буду вас больше задерживать. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Давайте, всем спасибо. Всем пока.